Всем привет, меня зовут Инна, вы смотрите новый обзор от интернет-магазина Too Fee Shop. Не забывайте, что наш канал о красоте и о товарах, которые помогают создавать эту красоту. Кто еще не подписался на наш канал, обязательно сделайте это, дабы не пропустить ни одного ролика. Сегодня в рубрике «Обзор» мы будем рассматривать новинку сайта Too Fee Shop, а именно глиттер-гель-лак от фирмы Харуяма. Ранее я презентовала вам эту фирму в предыдущих обзорах. Ссылку на видео я оставляю внизу в описании под этим видео. Напоминаю, что Харуяма – это знаменитый японский бренд, который профессионально разработал гель-лаки для ногтей без липкого слоя качественного покрытия. Давайте сегодня детально рассмотрим коллекцию глиттер-гель-лаков от фирмы Харуяма, которая состоит из 12 совершенно разных глиттер-гель-лаков. Здесь есть все виды блестяшек, начиная от серебряно-голографического на прозрачном фоне, заканчивая серебряно-коричневым на прозрачном фоне. Поэтому любая девушка может найти здесь что-то на свой вкус. Харуяма гель-лак – это богатая коллекция модных оттенков в сочетании с отличным качеством и доступной ценой. Отличный выбор для большинства любителей и профессионалов. Высокое качество, низкая цена, огромная палитра. Лаки Харуяма отличаются своей исключительностью и износостойкостью. Они не скатываются и не поддаются царапинам. У гель-лаков фирмы Харуяма очень много преимуществ, которые удовлетворяют запросы даже самых требовательных покупателей. Каждый оценит. Большой плюс гель-лаков Харуяма – это стойкость. Некоторые покупатели утверждают, что их гель-лак держался более 30 дней. Еще одно преимущество для тех, кто любит очень щепетильный дизайн маникюра. Гель-лаки Харуяма подойдут вам тоже, поскольку они не растекаются, что очень удобно в применении. Ассортимент оттенков гель-лаков Харуяма очень огромен, то есть каждый найдет для себя что-то свое. Также коллекция этих глиттер-гель-лаков подойдет для девушек, которые не боятся быть оригинальными. То есть для таких смелых девушек, которые любят разнообразие в маникюре. Плюс ко всему, гель-лаки от фирмы Харуяма выглядят очень нарядно, по-праздничному. Поэтому очень хорошо впишутся в нашу предновогоднюю суету. И, возможно, кто-то из вас захочет сделать себе блестящий маникюр на Новый год. В маникюрную моду всегда приходят новые дизайны и декоры для маникюра, так что угнаться за ней весьма непросто. Но с гель-лаками Харуяма это очень даже возможно, так как гель-лаки Харуяма высококачественные. Они имеют плотную консистенцию. Также Харуяма не растекаются, что идеально подойдет для создания любого дизайна. Почти полное отсутствие запаха. И плюс ко всему, он гипоаллергенный и имеет высокую пигментированность. То есть продукция достаточно насыщенная в оттенках, либо, как в нашем случае, в глиттере. Оттенки Харуяма такие яркие и насыщенные, что точно порадуют каждую девушку. Палитра Харуяма позволит ноготкам быть неповторимыми. С таким маникюром каждая девушка станет настоящей звездой. Все ссылки на товары я оставляю внизу в описании под этим видео. Если вас заинтересует что-то, вы с легкостью можете найти это у нас на сайте. Я благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, поставьте нам, пожалуйста, палец вверх. И не забудьте, кто еще не подписан, подписаться на наш канал. У нас на канале все самое интересное. И даже уже появилась куча конкурсов. Так что не забывайте участвовать. И до скорых встреч. Пока-пока.